До 12-й для Иваново лыжни России осталось меньше недели. Массовая зимняя гонка пройдет в областном центре 9 февраля. Торжественное открытие состоится на территории 41-й школы в 9 часов 45 минут. Лыжные старты пройдут в парке Харинка. Это многолетняя традиция. Но будет и кое-что новое, чем запомнится лыжня 2019. Первое изменение – очередность заездов. По опыту прошлых лет мы заметили, что сначала у нас выступали маленькие ребята, вот, а потом уже сильнейшие группы. В этом году и получилась такая ситуация, что маленькие ребята, отбежав свою дистанцию, уже уходили, а и сильнейших лыжников города Иваново и Ивановской области никто не видит. И в этом году мы решили видоизменить программу для того, чтобы именно первых запустить сильнейших лыжников, для того, чтобы именно на пьедестале почета их видели как можно больше жителей города Иваново. Изменилась и сама трасса. Это оценят лыжники со стажем. Она стала протяженней и еще интересней. В этом году немножко усложнились трассы, увеличилась дистанция до 3,5 километров. Также в этом году трассы было решение проложить через русло реки Харинка на тот берег. Безопасность участников будет обеспечена сотрудниками МЧС и сотрудниками полиции. Есть и длительные спуски, и подъемы, а также в этом году изменены, ну, отношения к семейным командам. Они будут бежать эстафету. Папа начнет, а ребенок закончит. Папам и мамам предстоит преодолеть одинаковую дистанцию, ребенок будет немножко поменьше. Это будет добавить зрелищность в эти соревнования и поддержит семейные команды. Трассу сейчас готовят. Пока погода организаторам не помогает. Снег мокрый. На такой трассе не разгонишься. Но если к выходным подморозит, будет идеальный для лыжников наст. Принять участие в гонке, как всегда, может любой желающий. Спортивный опыт, возраст и физические данные не имеют никакого значения. Подходящий заезд найдется для каждого. Обязательный минимум для участия – желание и пара лыж. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.